Ну просто, просто, а Еремельский колдун, а Олесинский чудо-юдо, это сплетение всех проворонило, но, мама, все, хватит, лопнуло мое терпение. Тебя уговорить немыслимое дело, пора бы перестать держать вас сон. Здесь только побывало достойный кавалеров, и отвергать их было не резон. Если ты была, как я, умна, расчетлива, хитра, смогла б тогда ты выбрать для себя мужья, хоть короля. Запомни, надо в жизни свой шанс не упустить. Всему на этом свете есть твердая цена. Кусок послаще надо ухватить. Ах, если ты твои года, твое изящество, Своей никак
Yeah.
что-то мне не хочется. Сынок, сынок, меня не огорчай, давай-ка быстро, быстро все расстань, и покупатели не ждут, они сейчас сюда придут. Ну что за счастье у прилавка торчать весь день? Уж лучше в лес пойти, где травка, где соловьи поют, и от деревьев тень, прохлада, воздух и свобода. Какой кошмар, какой позвон, ну что за воспитание, мы не видали до сих пор, такого невнимания, а что нашли, а что? Крокодила. Наполни корзину мою овощами. Нет, лучше бы я помогал моей маме. Эй ты, бессовестная старуха, перенюхала всю зелень своим длинным носом. Тебе не нравится мой нос, мой прекрасный длинный нос, и у тебя такой же будет. Ты так противна своей головой, ведь у тебя шея не толще кочерыжки. Так у меня, по-твоему, слишком тонкая шея, а ты будешь совсем без шеи, голова будет торчать мне моих плеч.
сын донесет мне покупки до дому, я хорошо награжу его за это. Долго еще. Потерпи, уже почти пришли. Куда бы ни мол, ни пари, туфли, ни пальницы. Долго еще я буду, когда сойдет. Сейчас, сейчас мы не пойдем, и сразу принесем. Thank you.
плакать и страдать, но не узнает даже мать. Ради жалкого и смешного того, кто ее Какой страшный сон, и голова болит, как будто с кем-то дрался. Нет, нужно вспомнить. Да, рынок, мать, потом какая-то старуха, и я с ней поругался. Мама! Вы кто и что? Какие странные вопросы, мама, не надо так шутить. Скажи, что на меня уже не сердишься, и сыну своему готова все простить. Да ты в своем уме, откуда только карлик этот взялся, и почему он я того назвался? Почти 7 лет, как сын ушел из дома, твое ж лицо мне вовсе не знакомо. Он был парнишка удалой, плечист, красив, умён, но не вернётся он домой, ну не вернётся он домой, он был колдунью унесён.
больше я не сплю в тиши ночной. Сижу и плачу я во тьмах, сижу и плачу я во тьмах, но точно нет его со мной. Ты пела песню обо мне, но почему не узнаешь? И не пойму я, отчего меня ты карликом зовешь. Взгляни сюда, быть может, отражение тебе подскажет, кто ты есть на самом деле. Вечно весело был сам с собой в ладу. Я пел с друзьями песенки, не ожидал беду. Но злобной старой ведьмою судьба ко мне пришла. Урок преподнесла. Что за страшный урод, перекошенный рот, сам себя теперь не узнаю, словно в землю я брошу.
под солнцем засыпает луг, течет река забвенья. В листве сверкает изумруд, не слышно птичек пенья. Вся жизнь моя лишь страшный сон, что сердце мне тревожит. Как хочется, чтоб этот сон был поскорее прожит. Никто не вспомнит обо мне, когда под бой часов судьба суровый мрачный страж со мной запрет засов. Течет, течет забвенья река, надежда умирает, и человеком уж меня никто не называет. Никто. Уходите, прошу вас.
теперь для всех я карлик нос, горбат, уродлив я. Лишь гуси серые, увы, теперь моя семья течет, течет, забвенья река, надежда умирает, и человеком уж меня никто не называет. Отчаяние твое владеет сердце, но все говорящая гусыня, на что это похоже? Мой друг, ведь жизнь моя с твоею схожа, зовут меня Мими, безвинная гусыня, а ты вчера был Яковом, сегодня карлик. Прости, а можно я задам тебе вопрос? Кто ты и что с тобой случилось? друг другу будем. Но ты
прости. Но я пришла напомнить, что истекает семилетний срок. И ясно, что тебе на помощь никто уж не придет, никто. И так спрошу в последний раз, согласна выполнить мои условия? Тебе перечить страшно, но все же нет. Так это окончательный ответ. Теперь никто помочь тебе не сможет, тем более твой горе вновь. Вашим мой товар, что вам угодно.
вино на свете клянусь. Жирный, зажаренный с яблоком гусь, картошки добавишь и спрыснешь лимоном, такое блаженство тебе не знакомо. Ну как ты готовлен, спросите меня, отвечу я вам, испечени гуся. Я объездил всю планету и одно сказать могу, что всем кушаньям на свете предпочитаю я рыбу. А венец всего творенья в овощах тушеный гусь. Тебя гусей есть стадо, и выбрать одного получше надо. Идите, пожалуйста, быстрее, быстрее, иди отсюда. Нет, нет, слишком поздно, слишком поздно, поздно. Я ее не отдам ни друзьям, ни...
начнем, должен знать, что его ждет. Вот его пытка и изгнание, а также страшное наказание. Пуля, веревка, топор и так далее. Об этом тебя извещают заранее. Пустыню отдай нашей компании. Теперь ждут у тебя карли большие страдания. Я жизнь ее свою отдать, я жизнь готов Let's go.
наш спектакль. И нам хочется представить постановочную группу оперы-сказки «Карлик Нос». Композитор, современный российский композитор Ефрем Подгайц, город Москва. Художник-постановщик Валерий Меркулов, город Москва. Дирижер-постановщик Андрей Лебедев. Художник-постановщик Наталья Чабаненко, город Москва. Балетмейстер и постановщики Валентина Скобликова и Александр Драчков. Хормейстер Игорь Шведов. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что вы вновь и вновь придете к нам, чтобы познакомиться с новыми спектаклями и героями. А сейчас до новых встреч!